вот это приспособление сразу сверлит и отверстие, и шляпку, и отверстие под шляпку. Быстро, удобно, за один проход. Думаю, что это будет полезное приспособление в хозяйстве. Вот такое сверло. Это очень просто. Берем такую же заготовку, которую мы вставляем. Ну, в данный момент это 140 на 10. В принципе, это не играет роли. Что необходимо сделать? Нужно отрезать, просверлить здесь немножко. Ну, наверное, сначала просверлить, потом отрезать. Вот здесь диаметр 10, поэтому необходимо просверлить на 8, чтобы потом плотно всунуть. Сначала просверлить, потом отрезать, бо иначе будет сложно сверлить. Просверлить, нагреть феном или над газовой печкой и натянуть вот сюда. Все, конец. Для того, чтобы при нагревании не проворачивалось, я еще поставил сюда хомут. Но второй момент, для того, чтобы лучше пенопласт срезал, быстрее это происходило, я обыкновенную проволочку, вот есть такая у меня алюминиевая проволочка, даже просто алюминиевая, немножко намотать, и он тогда лучше сбивает, срезает пенопласт. Это все, что необходимо сделать. Очень удобный инструмент. Пользуйтесь. Подписывайтесь на канал. Новые инструменты, именно необходимые в доме и для строительства. Ставьте лайки. Всего доброго.